Дубль номер два. Вот так вот тепло прощаются ребята, которые уезжают с ретрита. Печально, жалко, остаемся. Просто надо возвращаться. Привет. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут и с какого ты города? Меня зовут Оксана, из Подмосковья. Оксан, как ты решилась приехать на ретрит Светланы Лавровой? Что послужило для тебя решающим фактором принятия решения? Решающим даже не знаю. Просто мне очень понравилась Светлана, когда я первый раз увидела, прям поняла, что это свой человек, ну, то есть подходит, наверное, потому что не все мы друг другу подходим. Вот она прям слилась с моей душой, наверное. Скажи, а если бы ты описывала свое путешествие, вот это пятидневное, в терминах ожидания и реальность, как это можно было бы выразить? Какие были ожидания? Что вот сегодня ты имеешь по окончании этого мероприятия? Ну, ожидания, наверное, как у всех, на одни, получается совсем по-другому. Но ожидания, конечно, хотелось каких-то рекомендаций, как мы привыкли, что нам надо что сделать, сказать, да? Да, что делать. На самом деле, очень, конечно, понравилось. Светлана говорила то, что нужно, и где-то намеренно не говорила, не специально. А очень хотелось. Очень хотелось, конечно, слышать, но все равно каждый услышал, и я в том числе услышала все, что мне нужно было. То есть реальность по завершению этого тренинга, этого ретрита, она для тебя какова? Что ты получила сегодня? Как ты могла бы это описать? Ой, описать даже я не могу. Со слов нет, чтобы описать. Но не знаю, ну такое раскрытие в душе, конечно. Светлана называет свою деятельность помощью людям на пути к себе. Да. Вот ты продвинулась в этом пути? Да, продвинулась очень, конечно. Ну вот тот самый главный запрос, который я даже не думала, что он у меня есть, угу. Она его раскрыла. А какой запрос? Ну, запрос был другой, но раскрыла она, как я поняла, что это главный запрос, который убрать все лишнее. Угу. И все страхи, которые сидят и сидели у меня до этих пор, которых я думала, что это совсем другое, это оказывается. То есть ты приехала с одним запросом, а она тебе вообще другое подсветила? Да. И ты через это увидела свой новый путь? Да, не ожидала, конечно. Ну, это все неверие в себя, когда мы отбрасываю все, кажется, что это не мы. Это когда говорит душа, мы не слушаем. Да. Как для тебя прошла практика с бубном? У тебя раньше были уже такие медитации вот с музыкальными инструментами, с варганом, с бубном? Не было ничего. Про гвозди очень много слышала. Ну, так скептически. Думаю, ну для чего эти гвозди? Ну, что постоять на них? Ну, как бы почувствовать боль, и что дальше-то. Но это, я не знаю, это было просто... Ну, как об этом вообще говорить? И вот что такое энергия? Я теперь понимаю, что такое энергия. Я вот сейчас говорю, она во мне вскипает. То есть это надо почувствовать? Это почувствовать однозначно. И почувствовать именно с проводником Ириной. Да. Потому что все, что мы там все придумаем, что мы станем на гвозди, что-то изменится совершенно. Да, мы когда говорим про практику гвоздей, здесь очень большое значение имеет именно проводник и то, что он проводит через этот инструмент. Тут, конечно, да, это самый ключевой триггер. Момент. Триггер, да. Нашей боли внутренней. Да, да. А как для тебя прошла игра «Радуга», которую ведет Ирина Дмитриева? Ой, «Радуга» вообще отлично. Очень много информации, конечно, дает. Но для меня она прошла как-то быстро, наверное, потому что уже были ответы внутри. Угу. Ну, то есть сначала были ответы от Светланы, и поэтому для меня она прошла быстро. Как бы, ну, было понятно, да? Но она так ведет ее, конечно, все очень разжевывает конкретно каждому.
не понять, наверное, и не прийти к тому, к чему у тебя был запрос, наверное, нереально. Скажи, а для кого бы ты видела этот ретрит максимально полезным? Вот каким людям сюда? И каким сюда точно людям не нужно приезжать? Как ты считаешь? Вы знаете, у меня был опыт, как бы я, конечно, говорила о Светлане и приглашала их на встречу, которые были в облаках, чтобы они туда пришли. Но люди нашли много причин, чтобы не прийти. Я после этого подумала, может быть, не надо вот так вот, как бы, да, вот свои эмоции какие-то, ну, свое видение транслировать, да, говорить, ну, потому что, я не знаю, может быть, люди должны сами найти ее, но, конечно, хотелось бы, чтобы, ну, в любом случае, не придут те, которые не приходят к себе, ну, которые не встали на этот путь. Те, кто встал на путь уже, как бы, знание себя, тем, наверное, да, ну, не всем подряд. Оксана, как тебе понравился наш сюрприз, встреча с прекрасным Гастоном, который уже очень много лет, более тоже 10 лет живет вот без пищи, на соках и жидком питании. Вот сегодня утром была запись эфира Светы и Гастона, на которой мы все присутствовали. Вообще великолепный. Я почему-то проспала этот вопрос, что он будет. И когда, ну, тут даже без слов приходишь, я просто увидела его и сразу думаю, боже. И они со Светланой такие, как два луча. Два солнца, лучика. Да. Вообще отличный. Да, это невероятное знакомство. Хорошо, что у нас есть возможность взаимодействовать, да, с такими это людьми. Это был вообще сюрприз, вообще такое было. Света нам не говорила о том, что это будет. Вчера мы объявили же всем, да. Нет, мы объявили, что будет сюрприз, но мы не говорили, что именно будет. Никто не знал, что именно будет. А, да? Только что сюрприз, да. Ну, да, очень хороший сюрприз, правильно, да, чтобы не думали, что только вот Света у нас такая. Да? Что есть еще, да, такие. Что есть такие, да, чтобы... Ну, вот Светлане мне не надо было доказывать. Ну, то есть мне никаких доказательств не надо, что она там не пьет, не ест, даже если она... А, кстати, вот почему они тебе не нужны? Вот мне тоже не нужны, но мне вот интересно, как вот у других людей это видение складывается. А потому что ты видишь человека, что он честный. Ему для чего тебе, как бы, говорить? Ты можешь верить, можешь не верить, можешь на себе проверить. Да, ну вот ощущение, как бы. Класс. А у меня было, знаешь как, что думаю, а если для меня работает то, что она говорит, потому что меня стало пересобирать, я стала думать, а какая разница? Вот какая мне разница, если для меня работает это, да, то, что со мной происходит в ее поле. Все, мне... Ну вот мы здесь сколько дней, да, есть вообще не хочется. Реально, да. Ты тоже не кушаешь эти дни? Вообще, я съела два яблока за эти 5 дней. Ну да, сколько. Я думаю, ну блин, ну если не хочется, зачем все буду заставлять? Действительно. Да. Вот дай Бог нам всем так дальше жить. Если не хочется, зачем себя заставлять? Да. Сознание к еде совершенно другое, конечно. Оксана, я тебя благодарю за твои трансформации, вот, свидетелями которых я стала на этом ретрите. Вот я очень рада всем процессам, которые у тебя запустились. И, возможно, не знаю, может быть, ты приедешь на какое-то еще мероприятие, или будет возможность как-то, ну, повзаимодействовать. Уже знаешь, там вот распаковки идут 2 месяца по истечению времени. Мне было бы очень интересно, да, узнать, как будут твои распаковки, раскрытия идти. Ой, хочу на Алтай. Ну, значит, увидимся на Алтае. Да, посмотрим, что со мной будет за это время. С тобой будет все прекрасно. Все, спасибо вам всем. Спасибо большое тебе.